Мир без банков, нотариусов, регистраторов, регуляторов. Технология блокчейн заставляет по-новому взглянуть на обмен ценностями, документами, деньгами. Она убирает посредников и позволяет пользователям напрямую отправлять друг другу важные данные. Одни уже называют ее прорывом 21 века, величайшим изобретением, сравнимым с открытием интернета. Другие поглядывают с опаской. Основные принципы блокчейн – децентрализация и распределенность, безопасность и защищенность, открытость и прозрачность, неизменность уже записана. Не вдаваясь в подробности, можем просто констатировать – блокчейн – это удобно, быстро, надежно, современно. Однако, давайте попробуем представить, что нам принесет это удобство. Возможно, вы уже догадались – сокращение рабочих мест. Цифровые технологии, внедрение умных роботов – это огромный плюс для компаний, но огромный минус для людей, которые останутся без работы. Что делать? Переучиваться. Обретать те знания, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Именно для этого создана платформа Easy Business Community – сообщество, представляющее трансформационное образование и IT-сервисы, призванные облегчить развитие бизнеса с продвижением его в социальных сетях и мессенджерах. Easy Business Community – это не университет в привычном смысле слова. Здесь вы не получите диплом, но получите знания, способные изменить вашу жизнь, обрести уверенность в завтрашнем дне, получить доступ к новым идеям и возможностям. Образовательная платформа Easy Business Community уже сегодня включает такие направления, как криптоэкономика и блокчейн, финансовая грамотность, сетевой маркетинг, психология, личная эффективность, лингвистика, здоровый образ жизни, Easy School – факультет для детей. Это живая система, которая будет развиваться вместе с ростом самого сообщества, эволюционировать, наполняясь тем образовательным контентом, на который будет запрос у членов сообщества. Немного о наших спикерах. На самом старте основателям проекта пришлось немало потрудиться, чтобы привлечь на платформу первых спикеров. Но уже в первые полгода численность партнеров сообщества превысила 40 тысяч человек в более чем 132 странах мира. Быстрый рост числа слушателей онлайн-курсов привлек внимание профессионалов, которые изъявили желание войти в сообщество. Сегодня технический отдел уже не успевает обрабатывать заявки, что заставило компанию искать решение. Одним из таких решений стало создание возможности для каждого, кто хочет заявить себя как спикер, самостоятельно заполнить свое портфолио, предоставить промо-ролик своего выступления и разместить информацию о себе на странице для голосования. Немного поясним, что это значит. Смотрите, компания не хочет брать на себя функцию цензора. Она предоставляет всем партнерам равные возможности. У членов сообщества появляется возможность выбрать интересную тему спикера направления. Мы отдаем спикеру свои голоса, что повышает его рейтинг. Спикеры с высоким рейтингом включаются в расписание вебинаров. Теперь только от них зависит, захотим ли мы слушать их снова и снова. Следовательно, все они стараются дать нам лучшее, на что способны. Такой подход становится фильтром, гарантирующим высокое качество образовательного контента. Согласитесь, если бы такой подход применялся в школах и вузах, у нас была бы уникальная возможность учиться только у лучших учителей. Есть еще одна перспектива, над которой работает компания. Это возможность слушать материалы на иностранных языках в синхронном переводе с возможностью выбора своего языка. Это возможность сделает наш проект на самом деле международным в полном смысле этого слова. Представьте, вы учитесь тогда, когда вам удобно, тому, что вам на самом деле интересно, без оценок и экзаменов, получая знания, имеющие огромное практическое значение. Знания, способные изменить вашу жизнь, а главное, вы получаете возможность делать это онлайн, не выходя за пределы вашего дома, не выезжая за пределы села, города, страны. О преимуществах такого подхода мы поговорим чуть ниже. А пока позвольте познакомить вас с нашими IT-сервисами. IT-технологии, умные решения и приложения – еще одно направление деятельности Easy Business Community. Наш проект официально стартовал всего лишь 23 марта 2018 года. Мы с вами находимся в самом начале, поэтому внедрение и расширение числа полезных приложений будет происходить на наших глазах. Что нас ждет в ближайшее время? Приложение HashRating – это приложение для любителей инвестировать свои средства в ICO. Вложить деньги в проект на старте – всегда большой риск. Это тем более рискованно, если вы не являетесь профессионалом и не располагаете достаточным временем для проведения глубокого анализа. Но вам наверняка известно, что в каждой области есть свои профессиональные аналитики и эксперты. Именно они пишут расширенные статьи в приложении HashRating. Это приложение позволит вам получить качественную информацию обо всех открывающихся ICO и принять взвешенное решение об инвестициях и минимизировать риск. Виртуальный спонсор – это рабочее название приложения, которое может быть интересно представителям всех сетевых компаний и предпринимателям, желающих прокачать и повысить эффективность своего отдела продаж.
Мы ожидаем запуск этого приложения в июле 2018 года. Приложение позволит качественно составить список контактов, напомнить обо всех действиях, запланированных на текущий день, неделю, месяц, позволит уведомлять своих партнеров, сотрудников о новостях, планах, задачах, поможет составить скрипты для обращения к потенциальным партнерам и клиентам в социальных сетях и мессенджерах и многое-многое другое. Как заявляют разработчики приложения, успех с ним вам обеспечен. Это приложение – бесстрастный ментор, который заставит вас быть лучшим, каким вы можете быть в своем бизнесе. Криптоноид – уникальное приложение, которое позволит вам, не будучи профессионалом, профессионально торговать на 102 биржах. Это удивительно умное приложение будет запущено в июне 2018 года. Оно написано профессионалами с 10-летним стажем в криптоиндустрии и трейдинге. Это приложение поможет вам зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке. Вам сложно ориентироваться в этих терминах? Не страшно. Стоит только принять решение стать партнером сообщества и начать свое трансформационное образование прямо сейчас. Все просто. А сейчас о самом главном. Сколько это стоит? Скажу вам по секрету, один из наших спикеров вложил в свое обучение более 500 тысяч евро. Впечатляет? Нас больше впечатлило то, что столь дорогой, если не сказать драгоценный контент, обойдется нам в куда более скромную сумму. Easy Business Community предлагает вам выбрать любой из этих уровней доступа. Это стоимость биткоина. Чтобы узнать, сколько это будет стоить в вашей национальной валюте, достаточно сделать запрос «Курс биткоина к рублю, доллару или евро» в поисковике, которым вы привыкли пользоваться. Каждый из этих пакетов регламентирует доступ к объему информации. То есть, если вы приобретаете базовый уровень доступа, вы получаете доступ ко всему контенту, но на базовом уровне. Это, как правило, первые 2-3 урока. Информация о нашем сообществе распространяется по принципу сарафанного радио. Я получила информацию от своего знакомого, купила пакет, оценила его содержимое, делюсь с вами. За нашу лояльность компания платит вознаграждение, которое распространяется среди партнеров по определенной схеме. Теперь немного о системе вознаграждения – маркетинг-плане. Маркетинг-план, предложенный сообществом, гибридный. Он состоит из 4 самых актуальных систем выплаты вознаграждения, которые используются в индустрии. Если вы никогда не сталкивались с этими системами начисления бонусов, можете пропустить эту часть. Позже вы спокойно разберетесь с ней с человеком, который поделился с вами этой информацией. В любом случае, не переживайте. Даже опытные дистрибьюторы сетевых компаний и компаний прямых продаж не сразу разбираются в этом маркетинг-плане. Столько не платит ни одна компания. Средства, внесенные нами на оплату уровней доступа, на 100% распределяются между партнерами сообщества по 4 системам вознаграждения. Линейный маркетинг. Если вы дали информацию 1, 2, 5, 10 своим знакомым, и они по вашей рекомендации купили один из уровней доступа, они стали вашими партнерами в сообществе, партнерами первой линии. Каждый из них может поделиться информацией со своими знакомыми, то есть передать информацию дальше и так до тех пор, пока у вас не появятся партнеры 5 уровня. 5 уровень является последним в линейном маркетинге. Давайте предположим, что вы пригласили 5 партнеров, они еще по 5 и так далее. Ваша команда до 5 уровня будет выглядеть так: 5, 25, 125, на 625, 3125. То есть, чем глубже уровень, тем больше на нем партнеров. Как правило, компании, использующие такую систему вознаграждения, выплачивают с первого уровня от 10 до 50% от компенсационного объема. Чем ниже уровень, тем меньше процент. Обычно со второго уровня и ниже выплачиваются не более 2-5%. Иногда компании выплачивают проценты до 10 уровня в глубину, но это, как правило, не более 0,5-1% компенсационного объема группы. В чем уникальность линейного маркетинга Easy Business Community? Так как у нас нет продукта, имеющего себестоимость, то компания не применяет понятие «компенсационный объем». Каждый уровень выплачивает фиксированную стоимость. Заметьте, каждый последующий уровень выплачивает за каждого партнера вдвое больше предыдущего. Матричный маркетинг. Он состоит из 4-14 местных матриц. Матрицы бинарны, то есть под каждой ячейкой имеются 2 свободные ячейки. 2 на первом уровне матрицы, 4 на втором, 8 на третьем. Матрицы заполняются всеми партнерами, которые попадают в соответствующий сегмент. Деньги выплачиваются только за тех партнеров, которые попали на третий, так называемый денежный уровень матрицы. Первая матрица выплачивает по 0.2014 биткоина с каждого партнера, который попал на третий уровень.
После закрытия матрицы происходит реинвестиция, то есть она оплачивается снова и опять заполняясь приносит доход. По такому принципу начинают работать все четыре матрицы, если они оплачены соответствующим пакетом. Каждая последующая матрица выплачивает за каждого партнера в два раза больше предыдущей. Первая – 0.2014, вторая – 0.2028, третья – 0.2056 и четвертая – 0.112 биткоина за каждого партнера, попавшего на третий уровень. Дельта – это особенность нашего маркетинга. Ее называют нефтяной вышкой. Дельта похожа на матрицу. Она также состоит из 14 мест. Отличием дельты от матрицы является то, что выплата осуществляется с каждого уровня в процентах от номинала дельты. С первого уровня, то есть с первых двух партнеров, выплачивается 15%, со второго – 20%, с третьего – 65% от номинала. Номинал первой дельты – 0.01 биткоина. Вторая и последующая дельта, а их всего 16, имеют номинал вдвое больше предыдущей, то есть 0.01, затем 0.02, 0.04, 0.08 биткоинов и так далее. Дельты доступны для партнеров, зашедших на пакеты Profi и VIP. Бинар. Он также доступен для пакетов Profi и VIP. Уникальность бинара заключается в том, что по алгоритму EasyBeasy он заполняется переливами в слабые ноги. Есть бинарные маркетинги, в которых заполнение происходит по принципу распределения партнеров от спонсоров в так называемую спонсорскую ногу. В данном случае бинар заполняется равномерно. Номинал бинара на старте 0.01 биткоина. Когда появляется партнер справа и слева, пара закрывается, и вы получаете 15% от номинала. 70% полученной суммы выводится на кошелек, а 30% накапливается. Так пара за парой накапливают 30, 30 и так далее процентов, пока накопленная сумма не составит 0.02 биткоина. С этого момента за каждую пару слева и справа вы будете получать 15% от 0.02 биткоина, а далее 0.04, 0.08, 0.16 и 0.32 биткоина. 0.32 биткоина по текущему курсу составляет от 400 долларов за каждую пару. Мне кажется, вы уже должны были обратить внимание на то, что чем больше ваша команда, тем намного больше вы получаете. Бинар бесконечен. Кроме того, по бинару будут распределяться средства с продаж различных товаров и услуг, которые будут появляться в нашем сообществе, а также абонентская плата за приложения, которыми будут пользоваться ваши партнеры. Таким образом, развитие нашего сообщества – это потрясающая возможность для получения эксклюзивной информации и отличного дохода, размер которого может быть ограничен только вашей фантазией. Вы видите, какие преимущества дает нам партнерство с Easy Business Community. Трансформационное образование, уникальные IT-сервисы, команда единомышленников, финансовая свобода, уверенность в завтрашнем дне, неограниченное количество рабочих мест, равные возможности для каждого партнера. Мы приняли решение. Выбор за вами.